Место приземления расчищено. Забирайтесь в транспортник. Уходим. Всем подготовиться к эвакуации! Эмерсон, мы готовы эвакуироваться. Данные с камеры загружаются. Ситуация изменилась, псих. На съемках со спутника видно, как корейцы загружают эту бочку на подлодку. Скорее всего, они собираются переправить боеголовки к нашим судам. Как только субмарина пропадет с радара, все кончено. Мы не сможем отслеживать их передвижение. И в следующий раз услышим о них, когда военные корабли в Лексингтоне взлетят на воздух. Начинайте операцию. Да, мэм. Максимум скорости. Заходите с фланга. Псих, впереди полно корейцев. Есть альтернативные маршруты? Никак нет. Вот дерьмо. Я буду помогать тебе с воздуха, пока могу, хорошо? Погоди, я спущу тебя с небес на землю. Так, что еще новенького? Внимание, корейцы впереди перекрывают дорогу. Не дайте им застать вас врасплох. В гавани. Грузовые люки плотно закрыты. Она вот-вот отчалит. Как нам забраться в нее? Надо подключиться к корейской военной сети в гавани. Подключитесь к ней, и я посмотрю, что можно сделать. Корейцы тащат снаряжение в одно из строений. Я засек их с одним из тех электромагнитных гранатометов. Проверьте. Скорость.
глюки. Я хочу взломать их аварийную систему. Тогда я смогу запустить пожарную тревогу прямо отсюда. И люки откроются автоматически. Отлично. Терминал, который вам нужен, расположен в одном из сборных домиков у северной стены. Корейцы вокруг вас зашевелились. Пока мы с вами беседуем, их вертолеты подтягиваются к вашей позиции. Как это могло случиться? Думаю, это по моей вине. Я вломился в их систему безопасности. О'Нил, немедленно возвращайся на базу. Твоя помощь не требуется. Мне не нужен очередной синий код. Мэм. Нет, она права. Лучше будет, если я верну транспортник на базу. А ты там не подкачай, слышишь? Псих, субмарина может отплыть в любой момент. Через считанные минуты вся местность будет кишеть корейцами. Так что твой единственный шанс пробраться на борт. Контейнера нигде не видно. Должно быть, боеголовки уже погрузили на подлодку.
Эккидер! Я британец, ты балбес! Балбес! Идиот! Когда мы подгоним костюм, он может слегка сжать. Как тиски, только хуже. Пока костюм не растянется, боль будет невыносимой. Между кожей и костюмом появится зазор. Если его уменьшить, будет натирать. А если нет, то он начнет отрывать кожу от мяса. Я военнопленный, выродок! Мы уважаем Женевское соглашение. Однако нанокостюм не официальная униформа. Это сводит на нет все твои права. Анил! Да, напортачил. Но я все исправлю. Нашего убили. Синий кот. Вырубай нахрен. Еще 5 минут. Я сказал, вырубай все нахрен. Это был мой последний шанс. Секунды.
нас нет ни одной лишней секунды. Максимум скорости.
вроде обязан. Все будет хорошо. Я слыхал, что последний человек, который вывел Эверсон из себя, отделался легким испугом. Ладно, пойдем. Ты нашел дорогу? Медведь еще не выходил на связь. Идем к нему. Маскировка включена.
поздно! Итак, джентльмены, этот сукин сын перегораживает нам дорогу к туннелю. Или мы, или он! Эрнандес, заходи с фланга! Бандит, отвлеки его! Будешь прикрывать с дальней стороны! Дадим ему залп из тяжелой артиллерии! Псих, принимай командование. Двинули! Что с медведем? Задача номер один — наша миссия. Двигаемся на помощь хищнику. Черту контейнер! У нас человек пропал! Ага. А с другой стороны ледяной горы пропал целый отряд. Давайте выбираться отсюда. Вперед, вперед!
недостаточно энергии. Перехватили радиопереговоры корейцев. Судя по всему, полковник Ли находится где-то рядом с вами. Вы должны его снова выследить. Oh!
Супермен, у нас есть информация, что полковник Ли держит контейнер на дальней стороне корабля. К тому моменту, как он покинет сферу, корейцы мобилизуют эвакуационный отряд. Не сбавляйте скорость. Полагать, что полковник Ли сейчас находится на дальней стороне авианосца. Если ты поторопишься, то, возможно, успеешь перехватить его.
Мы нашли отряд Ястреба. Все мертвы. Должно быть, их захватили врасплох. У них не было шансов. Осторожней там, понял? Эмерсон, я вижу полковника Ли. Начинаю преследование. Ты меня слышишь, пророк? Черт побери, пророк! Где ты? Черт, я его потерял. Псих, есть хорошая и плохая новость. Хорошая, мы нашли выход. Плохая — это заброшенная шахта, и я не уверен, что там можно пройти. Насколько это рискованно? Тебе лучше не знать. Но альтернативой является переход через горы при температуре минус 200, так что это не выход. Давай подтянемся туда как можно быстрее.
ко мне вон все машины. Йоу! Я на месте. Псих, я возле входа в шахту. Я сможешь зачистить поселок возле шахты, но твоя основная задача в кратчайшие сроки встретиться с нами. Понял.